Ребят, всем привет, на связи Cloud Geo. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, не перебивает ли меня музыка, все ли в порядке, нет ли задержки. Поставьте плюсики, поставьте лайки, и мы будем с вами приступать. Сегодня постараюсь уложиться побыстрее, скажем так. Есть информация, которой я хотел бы с вами поделиться, и постараюсь все так сжато вам дать, чтобы сильно вас не задерживать, потому что ситуация на рынке, я так понимаю, многих выбивает из колеи, и многие не могут сидеть на стримах, просто так залипать. Так, давайте открою чатик. Хоббит пишет: все норм, плюсик вижу от Романа, отлично. Отлично. Поставьте, ребят, пожалуйста, лайк, и мы с вами будем приступать. Я уверен, сегодня людей будет супер мало. Повторюсь, скорее всего, это будет связано с ситуацией на рынке. И вообще, то, что мы проводим стрим по NFT-играм, это достаточно странная вещь сейчас, потому что важно понимать, что все NFT-игры и вообще сфера NFT — это всего лишь веточка от большого дерева под названием блокчейн и криптовалюты. И когда вся сфера вот этого дерева, да, вот этого большого дерева криптовалюты опускается, так скажем, немножко увядает, то глупо обсуждать более мелкие веточки, которые, разумеется, будут увядать в первую очередь. И я хочу, чтобы вы это поняли, то, что сфера NFT напрямую зависит от рынка, и, разумеется, если рынок будет падать, то сфера NFT и сфера Play to Earn будет падать в первую очередь, и кроме скама там ничего особо появляться не будет. Понятное дело, что рано или поздно появятся неплохие проекты, на которых мы с вами сможем заработать, но, в общем, держать в голове всю суть картины очень важно, и нужно понимать, что если сейчас продолжится медвежка или будет какой-то долгий период консолидации, то нам в сфере NFT придется немножко потерпеть, и мы будем с вами видеть намного меньше качественных проектов, нежели это было на бычьем рынке, когда вы только, возможно, начали смотреть мой канал, когда мы там с Farmers World выносили по 50 тысяч долларов, когда с ПВУ мои зрители по 100 тысяч долларов выносили. Такого в периоды медвежки, к сожалению, не будет, потому что разработчикам нужно на что-то жить, и особо у них нету мотивации там какую-то крипту получать, если она вся валится, да и у людей нету особого интереса, когда весь рынок криптовалют на дне. Я думаю, что это нужно понимать и держать в голове. Если кто-то знает, как вернуть вот то, что у меня было здесь, у меня вот я что-то, не знаю, то ли Google Chrome обновил, у меня здесь все вкладки поменялись, кто знает, как это вернуть? Вот и Яндекс.Поиск почему-то вместо Гугла стал. Если кто-то знает, какие кнопки нажать, напишите мне, пожалуйста, сюда или в личку, я буду вам благодарен. Сегодня, значит, у нас по вашим заявочкам, да, вы мне написали, что мы будем смотреть сегодня. Еще раз повторюсь, постараюсь очень сжато, потому что сейчас очень много ребят стримят, и Ridvan стримит, и мы там в закрытом сообществе уже пообщались. Я примерно знаю, что будет на стриме. Я бы тоже хотел успеть, и вас не хочу сильно задерживать, потому что за ситуацией сейчас нужно следить. Многие теряют деньги, многие люди другие зарабатывают их, поэтому, в общем, не будем долго сидеть. Постараюсь сжато все рассказать, все свои мысли и ответить на ваши вопросы, которые вы здесь накидали и написали проекты, о которых вы хотите поговорить. И в конце я отвечу на некоторые ваши вопросы в чате. И, собственно, мы с вами разойдемся. Попрошу вас еще раз поставить лайк, потому что я стараюсь для вас. Так, давайте приступим. Значит, начнем с Titan Hunter. Да, тут достаточно много было комментариев по поводу проекта Titan Hunter. Давайте, знаете, как буду? Наверное, буду открывать какие-то ссылки, чтобы вам было примерно понятно, о чем мы говорим. Значит, Titan Hunter — это был проект для мобильных устройств. Его достаточно долго стримили на Твиче, то есть хайп вокруг него был продолжительный период времени, и, собственно, хайп есть и сейчас какой-то хайп. Но проблема в том, что токен проекта... Так, давайте открою на Пукоине, чтобы вы понимали и видели, что я имею в виду для тех ребят, кто не знаком с этим проектом. Ситуация с токеном тут печальная. То есть печальная ситуация. Он падает, и я считаю, что свои фазы он уже отжил. То есть этот проект уже, скажем так, не актуален для новых игроков. Если вы планируете туда заходить, то, скорее всего, вы потеряете время, потому что, к сожалению, этот проект нельзя поставить на бота, чтобы он нам просто приносил доход на пассиве или на полупассиве. Здесь действительно нам нужно будет играть.
это такое, скажем так, стрелялка. Но я думаю, если вам будет интересно, вы сами посмотрите. Те, кто знаком с проектом, вам объяснять не нужно. А те, кто не знаком, не буду тянуть время. Зайдете, посмотрите, что проект из себя представляет. И поймете, что я имею в виду. Значит, дальше в этом проекте я бы не сидел. И если бы вы новый проект, если вы новый игрок, который заинтересовался этой игрой, я бы сюда не заходил. Повторюсь, проект нельзя поставить на бота. И это одна из причин, по которой я бы сейчас не стал сюда заходить. Но также важно заметить то, что 99% проектов на мобильных устройствах, они не восстанавливаются после падения. То есть, если вот мы упали, то проекты на мобилках, у них нету такого свойства восстановиться. Если на проекты на Binance Smart Chain, да, мы тот же там Bomb Crypto видели, его жесткое падение, практически скам, а потом резкий рост, или на Vax'е такое бывает, то ну вот мобильные игры, на моем опыте, они просто не имеют такого свойства к восстановлению, по крайней мере на данном этапе. И тоже это важно держать в голове для того, чтобы понимать, стоит сюда заходить или нет. Но сам хайп еще вокруг проекта определенный есть. И там, если ребята какие-то еще в нем сидят, я бы вот, знаете, как бы я остался в этом проекте, при каких условиях я бы остался в этом проекте. Вот если бы мне эта игра нравилась настолько, что я бы в нее играл, даже если бы здесь нельзя было зарабатывать. Вот если эта игра вам так нравится, то тогда вам смысла из нее выходить не имеет никакого. Потому что какой-то шанс на то, что она еще восстановится, все-таки есть. Кто бы что ни говорил, всякое бывает. И тем более, если вам игра нравится, то зачем вам из нее выходить, тем более, если вы в нее зашли. То есть, вот такой вот вердикт. Для новых игроков скорее нет. Для старых игроков я бы выходил. Если она вам очень нравится, то остаетесь. Перспектив для дальнейшего развития и роста, ну, очень маленький процент. Я бы сказал так, что 85% того, что все это дело будет еще дальше падать, и только 15% на то, что будут какие-то промежутки, что оно восстановится. Для ребят, которые сидят и думают, там, когда лучше выйти, или до какого момента, может быть, лучше остаться, то вот я бы, если бы токен поднялся до значения где-то 10 центов-15 центов, я бы еще в игре бы сидел и фармил бы. Если все, что ниже, и вы сидите в ней ради заработка, я бы выходил. Вот такой вот коротко сжато, я надеюсь, что всю основную информацию я вам дал. Идем дальше. Так, за лайканные комментарии буду сначала смотреть, потому что я писал, что они будут в приоритете. Titan Hunters у нас, да? Titan Hunters, давайте я попробую его сейчас открыть. А, господи, мы же только что про него поговорили. Дальше. По пикастерам. Что по пикастерам? Ребят, смотрите, токен там, ну, в таком не очень хорошем положении находится, да, я в них играю, в пикастеров, не буду открывать, у меня целый стрим был, если будет интересно, гляните, в них пока играю, но вот прям, чтобы они стрельнули и все было хорошо, ребят, важно понимать, в какой фазе мы сейчас находимся, в развитии крипты в целом, сейчас медвежий рынок, и я очень много на этом стриме буду ссылаться именно на рынок, потому что это, по моему мнению, действительно очень важный фактор, который говорит о том, что сейчас, ну, не лучшее время для игр. Если какие-то инвестора, какие-то фонды, они банкротятся, там интерес к крипте все падает, люди видят, что там биткоин стоит сейчас там 23, а будет стоить еще там, ну, я думаю, что он будет стоить где-то 17-15 тысяч долларов, то интерес к играм тоже будет увядать, потому что все люди будут думать, вот крипта это скам, а игры на крипте это еще больше скам. Поэтому пикастер вышел сейчас не очень хорошее время, несмотря на то, что поддержка кукоина у него есть. Я вам говорил, что это не какая-то граль, которая позволит ему супер сильно стрельнуть, но как игра мне этот проект нравится. Точно так же, как мне нравится проект Era 7, я в него также захожу и играю. Я показывал вам, что я купил там платную NFT, прохожу кампанию, даже я наконец-то продвинулся, я там не мог, бобров я прошел, а вот дальше там какие-то пираты были, вот я даже пиратов смог пройти, очень тяжко было. Вот с платной колодой, платную NFT-шку я когда купил, стало намного легче. Если вы не знакомы с проектом R7, то, пожалуйста, посмотрите мой стрим и видео об этом проекте. Я разложил там все по полочкам, прям для новичков. Можете посмотреть, все, в принципе, есть. Очень интересное мнение о Craft World на Vax.
Craft World Navax. Ну, Navax я вроде все проекты пересмотрел, поэтому я что-то сейчас про него точно скажу вам. А, так, Craft World... Да, это я понял, про что вы говорите, ребят. Смотрите, значит, по поводу Craft World. На данный момент отношусь очень скептично к этому проекту. И складывается ощущение, что разрабы просто хотят нажиться на игроках. Это подтверждает повышенная комиссия на продажу NFT. Я напоминаю, что это комиссия, которая берется с вами, если вы продаете NFT на вторичном рынке, и эта комиссия 10% с продажи вашей NFT, она идет в карман разработчику. Если вы посмотрите любые проекты, вот 97% проектов на Ваксе, которые действительно приносили нам хоть когда-то, хоть какой-то доход, то у них никогда не было комиссии 10%. Никогда, потому что это супер невыгодно. Если вы захотите выйти из проекта, вам будет очень тяжело как-то зафиксироваться, потому что вам нужно заложить не только комиссию Atomic Hub, но еще и комиссию вот эту вот повышенную в 10% от разработчика. И действительно складывается ощущение, что просто на нас хотят как-то нажиться и за счет этой комиссии как-то набить свои карманы деньгами. Вот, также объем продаж, посмотрите, ну, $122 за 24 часа, объем продаж никакущий, здесь просто посмотрите, за день было продано 9 NFT, вчера было 13 NFT, для проекта, который недавно появился на Atomic Hub и хочет из себя что-то представлять, это очень, не буду говорить, что нехороший, это очень посредственный результат, в маркетинге тоже, к маркетингу есть вопросы. Единственное, что здесь дизайн, вот какой-то гифки сделаны, да, но это, опять же, на любителя, кому-то нравится, кому-то нет. Тут придираться — это неблагодарное дело. Как к проекту для заработка, я к нему отношусь пока скептично, но это не означает, что я буду так относиться к нему всегда. Если что-то изменится, если разработчики зашевелятся, начнут делать маркетинг, то, конечно, можно будет мою точку зрения пересмотреть, но комиссию в 10% я им точно не прощу. И, ну, я не знаю, у Farmers World там 6% или 7%, ну, я не знаю, посмотрите какие-нибудь коллекции весомые, 8%, но 10% это уже грабеж, это действительно грабеж. On Mars, да, тоже, посмотрите, тут не будет 10%, 6%. Не знаю, посмотрите проекты, которые там Goldman Game, проект, который принес многим большие деньги. Посмотрите, здесь есть 10%? Нет, здесь 5%. Farmers World. Там тоже то ли 5, то ли 6% не будет проекты, которые приносят деньги, делать такую огромную комиссию. Здесь разработчики хотят положить себе побольше денег в карман. Это мое мнение, поэтому этот проект я пропускаю. И если вы где-то услышите, что вот залетайте в этот проект, я не знаю, шлите этого человека на три буквы, потому что на данном этапе в этот проект заходить будет большой ошибкой, скорее всего, вы потеряете свои деньги. Дальше. Пока, ребят, не читаю ваши вопросы в чатике. Ладно, давайте гляну, что здесь вы пишете. Тенденция рынка замечательная, каждый день скидки становятся только больше. Да, Пан Анлак. Я согласен с тобой, но важно понимать, что, к сожалению, не все ребята понимают, как этим можно пользоваться, как можно на этом заработать. Опа, Изи, привет. Друг, я тебя не видел. Я не знаю, наверное, полгода я не видел тебя. Как у тебя там дела, как там твой бизнес? Давно с тобой не общались. Пиши в личку, если что, пообщаемся. Так, Drunk Robots, какие перспективы развития? Значит, Drunk Robots, смотрите. Так, надеюсь, это про тот проект, потому что тоже роботов этих дофига. Сейчас, дайте я вспомню, если это тот проект. Да, смотрите, значит, здесь что у нас? У нас здесь есть, мне очень нравится картинка, визуал, вот такой визуал, как в комиксах, мне нравится. Проект, если не ошибаюсь, листился на Gate.io. Gate.io здесь есть, партнеры есть, но, знаете, это такие партнеры, которые просто там, если они хоть как-то зацепили где-то название, там чего-то, они пишут сюда партнеров. Сам проект я бы сейчас не рассматривал для входа и не рассматривал бы какие-то варианты заработка. С токеном там тоже все печально, если не ошибаюсь, там прям очень печально, хуже даже, чем в прошлых проектах. Сейчас глянем, чтобы вам не соврать, покажу. То есть здесь, ну, посмотрите, очень плохо все, очень плохо. Объемов нет, ликвидности нет, но перспектив развития здесь тоже никаких нету. Такие проекты очень редко восстанавливаются. Ребят, они очень редко восстанавливаются на медвежьем рынке, на бычьем рынке. А что мы можем говорить, когда сейчас лютая медвежка, там, я не знаю,
все больше и больше ИИ крипта пробивает. Поэтому, ну, конечно, нет. Конечно, нет, это пропускаем. Идея, задумка классная, прикольная, все здорово, но немножко не в то время они вышли. К сожалению, скорее всего, это просто у них была неудачная попытка, им придется полностью переделать проект, придумать его другое название, все сделать заново и выйти чуть позже, когда рынок придет немножко в себя, тогда у них будут какие-то шансы для развития. Но, опять же, будет все упираться в маркетинг. Все будет упираться в маркетинг, потому что, знаете, можно сделать очень крутой проект, но если не будет хорошего маркетинга, он не стрельнет. Вот какой бы там крутой проект ни был, но можно сделать реально какашку, вот прям говно, и раскрутить его так, что все туда будут залетать, и все будут там и приносить деньги, и зарабатывать деньги. Дальше, Avigochi, Ninakuni, Karma, вот это вот последнее я не знаю, значит, Avigochi. Разумеется, сейчас только варианты бесплатного заработка с арендой Avigochi, но там вы сами понимаете, что конкуренция очень большая. Кто не знает, что такое Avigochi, посмотрите, у меня есть видео на канале, и стрим, по-моему, у меня на канале был по поводу Avigochi. Сейчас в период медвежки нет. Смотрите, друзья, нам сейчас нужно рассматривать проекты. Раньше как мы заходили? Допустим, мы зашли в проект Farmers World, да, мы зашли, сидим, фармим, вот просто каждый день считаем деньги. Я помню, я каждый день просыпался, когда вот Farmers World был на пике, я просто вот каждое утро просыпался, открывал телефон, смотрел, у меня плюс $500. Каждый день я вот просто просыпался, плюс $500, плюс $600, плюс $400 каждый день. Просто мы считали деньги, вошли, сидели и ничего не делали. Сейчас ситуация не такая. Сейчас нам нужно будет искать более спекулятивные проекты, и нам не нужно будет отсиживать всю фазу проекта. К примеру, вышла какая-то фармилка, мы отсидели половину фазы роста, вышли из проекта, продали все NFT, опустился токен на этот проект, опустились цены на NFT, он ушел в боковик, мы снова в него заходим с тех денег, которые мы получили в первой фазе роста, и продолжаем в нем сидеть, досиживаем до каких-то моментов, и потом полностью выходим из проекта. Сейчас не будет таких фаз, да, когда мы сидим одну фазу, потом выходит обновление, снова рост, мы сидим вторую фазу, потом еще что-то происходит, мы сидим третью фазу. Такого в ближайшее время, ближайшие, не знаю, месяцев 5, к сожалению, не будет, и все фармилки нужно рассматривать тоже со стороны спекуляций. Так будет намного правильнее и намного безопаснее. Далее, там еще было... Где? Ninakuni, значит, посмотрел я этот проект, сам в него поиграл. Как игра, это просто, ну, замечательный проект. Очень чем-то напоминает... Господи, ну вот это вот... Блин, как называется? Где все девочки играют на Твиче? Я думаю, вы поняли. Короче, нет, вы, наверное, не поняли. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, если вы этого еще не сделали. Genshin Impact, вот. Очень похож на Genshin Impact, только там есть вариант заработка, да. Опять же, с точки зрения заработка этот проект нам не подходит. Если вы приходите сюда зарабатывать, то этот проект мимо вас проходит, потому что здесь в него нужно играть. Если вы ищете какую-то MMORPG по типу Genshin Impact, где будет какая-то возможность когда-то вывести какую-то небольшую копеечку, тогда да, вам стоит идти сюда. Но если вы приходите чисто с мыслями заработать, то вы проходите мимо этого проекта, к сожалению, он вам не принесет ничего хорошего. Вот такие вот мысли. Так, дальше. Где мы были? Давайте я как-то буду помечать, потому что я путаюсь все время. Craft World мы тоже, Расима, это я сказал. Значит, Lucky Drives. Lucky Drives, это, по-моему, на Ваксе, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь. Вспомнил. Смотрите, ребят, что здесь за ситуация? Это на Ваксе все-таки у нас. Во-первых... Мы видим, да, то есть белой галочки нету, у нас здесь ничего нету. И опять, даже если этот проект получит белую галочку, выйдет, тут проблема будет в токеномике. Это будет обычная фармилка, просто все сеттинги грузовиков, машин и так далее. В принципе, ничего сверхъестественного тут нету. Но вот токеномика, посмотрите, опять, даже по стрелочкам мы видим, что все равно токен будет рано или поздно выводиться на укор. Но разработчики не зациклили его, то есть не будет как-то проблема... скажем так, не будет избегаться проблема гиперинфляции. Она все равно наступит, и разработчикам как-то ее нужно будет решать. И в основном фармилки, особенно вот такие, ну, скажем так, любительские, да, не от крутых каких-то разработчиков, они очень быстро приходят вот к этой гиперинфляции, особенно если у них нету хорошего маркетинга. Если здесь будет хороший маркетинг, если ребята потратят силы на это,
время, деньги, тогда у них будут какие-то фазы роста и падения, на которых и разработчики смогут разработать, и пользователи смогут разработать. Но пока этот проект рассматривать не стоит, ну, вообще еще очень-очень-очень-очень сыро. Так. Значит, смотрите, вот, я смотрел The Adventure Guild, короче, проект в Дискорде. Вот этот проект мне уже нравится. Этот проект мне уже нравится, объясню почему. Во-первых, мне очень симпатизируют проекты в Дискорде. Вообще мне нравится, что такое необычное, да, вот когда в Дискорде все это делают через ботов, через вот такие вот картинки олдскульные, мне это прям, ну, дико нравится. Очень сильно меня это все привлекает. Еще с проекта, который называется Johnny to God, я думаю, старички помнят его, тоже проект был в Дискорде, и тогда был, ну, я прям восхищался, и мне очень нравился вся вот эта вот олдскульная атмосфера. И я бы зашел в этот проект, даже если бы я знал, что он не будет приносить мне деньги. Я объясню, с чем это связано. Я на 90% уверен, что я буду участвовать в этом проекте. И почему? Да? Во-первых, потому что мне нравятся проекты в Дискорде, я уже об этом сказал. Во-вторых, мне нужно видеть и участвовать в большем количестве проектов в Дискорде, чтобы получать опыт и видеть, как они развиваются, для того, чтобы проводить анализ в будущем, потому что, ну, я уверен, что 90% зрителей, которые находятся на стриме, они не участвовали в проекте, в NFT-проекте на Дискорде. И у меня тоже такого опыта еще мало, и поэтому мне этот опыт придется получать для того, чтобы в будущем такие проекты анализировать более тщательно, понимать их минусы, их плюсы, их преимущества, их недостатки, их какие-то закономерности в росте, в падении и так далее. Вот хотя бы ради этого я сюда буду заходить и участвовать, даже если он дохода мне приносить не будет. Вот такие вот мысли. И еще, ребят, если я забуду про этот проект, киньте в меня тапком, когда здесь что-то начнется, какой-то движ, чтобы я обратил на него внимание, начал следить за ним более тщательно. Это вот моя просьба для вас. Так, где? Так, поставил уже. God Uncharted. Ну, тут обсуждать не стоит, ребят. Коллекционно-карточные игры я всегда могу вам горячо рекомендовать. Splinterlands, God's Uncharted, Era 7. Все вот это 100% всегда вы можете заходить. И на медвежки, и на бычки это всегда будет работать. Всегда какую-то копеечку будет вам приносить, если вы будете более серьезно к этому подходить. Далее, Million on Mars. Это проект у нас на Ваксе. Он называется On Mars. С оранжевой галочкой. Проект уже находится достаточно давно на рынке. И проект достаточно хороший. Я в него не захожу по той причине, потому что он направлен на долгосрок. Здесь придется вам сидеть, развиваться, разбираться. И только потом вы сможете зарабатывать какие-то деньги. Для меня это не очень сильно подходит, потому что это отнимает очень большую часть моего времени. И я не готов тратить на такие проекты свое время, потому что мне легче проанализировать какую-то фармилку. Вообще мне куча проектов еще нужно проанализировать, чтобы рассказать об этом вам. И такие проекты я обычно просто кидаю им респект, говорю спасибо разработчикам за то, что они сделали, и прохожу мимо, потому что, ну, действительно, очень много времени они занимают. Если у меня будет свободное время, я с удовольствием сюда залечу. Не знаю, если разработчики смотрят это видео, подкиньте мне каких-нибудь NFT, буду очень признателен вам. Всем могу также горячо рекомендовать этот проект. Не реклама, ничего, просто действительно неплохой проект в долгосрок, который, скорее всего, если и будет скамиться, то будет скамиться очень-очень долго, вы всегда успеете выйти и забрать свою часть денег, которые вы сюда вложили. Вот такие вот мысли. Дальше. Майнинг Нетворк. Будешь, значит, ребят, по поводу этого проекта. Скажу так. Мне кто-то из разработчиков, я не знаю, инфлюенсеров этого проекта писал очень-очень-очень давно. Я не знаю, может быть, я не знаю, месяцев 6-7 назад, когда этого проекта вообще еще не было на Atomic Hub, они мне просто показывали сайт и спрашивали: «Гео, что ты думаешь?» Я пытался найти переписку с этим человеком, вот, потому что я когда зашел на сайт Mining Network, я сразу, ну, очень сложно забыть такой сайт. Я сразу вспомнил, что мне его кто-то показывал, спрашивал, там, то ли рекламу предлагал, то ли еще что. То есть, когда он только разрабатывался, вот мне люди писали, скорее всего, разработчики этого проекта спрашивали, что я думаю на этот счет. Вот, и, разумеется, скорее всего, это русские ребята его сделали. Значит, мне не нравится ситуация, что отнимали белую галочку, просто так это не делается, тем более там, если не ошибаюсь, дважды это делали. Я знаю, что проект приносит деньги, неплохие деньги, но в такие проекты без белой галочки я не лезу. Я знаю, что на Atomic Hub есть
несколько проектов без белой галочки, если мы уберем вот здесь вот, да, то увидим, что Mining Network вообще здесь находится в топе, там колоссальный объем продаж NFT, колоссальные, вообще объемы здесь большие достаточно для проекта, который относительно недавно вышел, да, и на Dapradar он появлялся, и в статье на Dapradar он тоже появлялся, но вот в это все я не лезу, потому что, ну, если Atomic Hub забрал белую галочку, значит, что-то не так, возможно, смарт-контракты не так. В смарт-контрактах что-то не так, небезопасно. Может быть, ваши деньги все украдут. Вот. То есть, это получить белую галочку раньше было сложно. Сейчас получить белую галку очень просто. Это может сделать каждый из вас, сидящий в чате, для своей какой-то коллекции. И это не составит никаких проблем. Я помню раньше, как я получал белую галочку, там, блин, нужно было, не знаю, дня 4-5 переписываться с Atomic Hub, чтобы там договориться, чтобы тебе дали белую галку. Сейчас это делается очень просто. Если даже такие простые вещи этот проект не в состоянии делать, то я не буду рисковать и заходить сюда, там как-то жертвовать своими деньгами и так далее. И еще, разработчики вам могут сказать все что угодно, что у них отобрали белую галочку, потому что у них там картинка нарушает авторские права или что-то еще. Но правду они могут вам просто не сказать. Правду скажет только Atomic Hub, а эту информацию он, к сожалению, публично не дает. Может быть, там действительно проблема в смарт-контрактах или еще в чем-то серьезном, что может повлечь какие-то серьезные последствия. А может быть, это какая-то мелочь, типа действительно какой-то картинки, да? Ну, я вот принял для себя такое, что мне важно сохранить, не потерять и только потом заработать. Я не гонюсь за прибылью, я свое уже назарабатывал в NFT-проектах и еще назарабатываю, поэтому мне не страшно пропустить какой-то проект. Поэтому я пропустил. Если у вас какое-то другое мнение, не отговариваю, не призываю ни к чему. Делайте как вашей душе угодно. Так, ребят, немножко чат почитаю, потому что так долго говорить тоже тяжко. В Craft World нет комсы за вывод токенов из игры. Это очень плохо. За Путина... это ник такой, если что. Это очень плохо, что нету комиссии. Комиссия обязательно должна быть, потому что в противном случае в экономике проекта могут начаться большие проблемы. Если вы не понимаете, зачем нужна комиссия, то это очень печально. Я вот когда делал курс обучения по заработку на NFT играх, у меня отдельный блог был по поводу вот различных таких вещей. Почему комиссия должна быть? Что будет, если комиссии не будет? Потому что вы смотрите со стороны пользователей, да, что, о, здорово, комиссии нету. Но если вы будете смотреть не только со стороны пользователей, но и со стороны разработчиков, вы поймете, что это огромная проблема, когда нету комиссии. У разработчиков должен быть какой-то токен. Как вообще обычно происходит? Давайте я вам, даже я не знаю, это будет немножко даже обучение. Может быть, я кому-то открою глаза, если вы не понимали это ранее. Как происходит? Так, сейчас, ребят. Захват окна. Вот, Paint открою. Смотрите, вот, допустим, у нас есть токен. Первый токен, второй токен и третий токен. Обычно, как делают в фармерках, как должно быть по правилам. Многие из вас этого не знают, и вам никто это не скажет из блогеров, которые там ни хрена не знают. Один токен всегда пытаются делать в недостатке, да, то есть, если мы вспомним Farmers World, то там один токен был в недостатке. Помните, как поднялась сильно цена на дерево, а цена на золото опустилась? Хотя должно было быть наоборот, то есть один токен всегда в избытке, а другой всегда в недостатке. Это провоцирует людей, когда они получают один токен, переливать свои токены в NFT, которые добывают токен, которого не достает. Понимаете? Я надеюсь, я правильно объяснил. Представим, что токена 3 не хватает проекту. Пользователям не хватает, чтобы, допустим, чинить инструменты, чтобы как-то крафтить. Этого токена им не хватает. И они все время пытаются сделать больше NFT этого токена, потому что он растет в цене, его не хватает. Его выкупают, и токен растет в цене. Так вот, токены, которые идут с комиссии разработчиков, вот там вы вводите, да, там, допустим, 5% комиссии, да, с каждого вашего вывода, они идут разработчикам, и когда токен какой-то поднялся сильно в цене,
очень сильно в цене, так что бывает, блин, вот опять же, мне сложно пример приводить, если вы вспомните просто какие-то проекты, бывала ситуация такая, вот опять же, возьму тот же Farmers World, бывала ситуация, что золото поднималось так сильно, что некоторые NFT, которые добывают другие токены, было невыгодно держать, потому что чинить их было очень дорого, и они даже не покрывали ту прибыль, которую они приносили, на ремонт уходило больше денег. Так вот, комиссия призвана такие ситуации исправить. У разработчиков накапливается огромное количество токена. Третьего токена, второго токена и первого токена. И когда, допустим, третий токен очень сильно поднимается в цене, очень сильно, так что другие NFT становятся невыгодно держать, они начинают работать в минус из-за того, что токен 3, допустим, нужен для того, чтобы их чинить, а он стоит очень дорого. Они этот третий токен просто на рынок сливают, и тем самым они убивают двух зайцев. Во-первых, они опускают цену этого токена третьего, да, они могут регулировать его стоимость. И они опускают цену тем, что продают его своим же пользователям на рынке. И вторым зайцем они убивают то, что они фиксируют эту прибыль. Фиксируют прибыль с комиссии, да? Потому что если вы подумаете, то разработчикам на самом-то деле очень сложно фиксировать прибыль, которую они получают с комиссии. Потому что они, если возьмут и разом все продадут токены, которые пришли им с комиссии, они просто обрушат рынок этих токенов просто вниз. Все будет, это будет скам проекта. Им нужно все время осторожно, потихонечку, потихонечку, по чуть-чуть сливать токены с комиссии, продавая им вам, чтобы зафиксировать прибыль 5% с комиссии, которую вы им навыводили. И комиссия решает эти две задачи. Первая задача – фиксация токенов, а вторая задача – это контроль токена, который должен быть, которого должно быть недостаточно. И чтобы он сильно не рос в цене, вот этой ситуацией, тем, что у них этот токен есть, они его продают, и они могут это, скажем так, регулировать и контролировать. Если вы об этом не задумывались, то очень плохо, скорее всего, вам еще нужно мат-часть подчитать, скажем так. Это я не углубляюсь. На самом деле, там, если задумать дальше, то по цепочке можно развить еще более глобальные процессы, которые приводят нас к другим выводам. Но не будем, опять же, это не образовательный стрим, сегодня стрим по вашим заявкам. Значит, Age of Farming. Ребят, ну, я не знаю, что здесь стоит говорить. Есть там ребята, которые сидят в этом проекте, зарабатывают там 3-4 вакса в сутки. Если вам это нравится, то окей. Если вам не нравится, то, ну, я не знаю, там, возможно, какие-то легендарные, суперлегендарные NFT приносит чуть больше, но, конечно, ситуация с Age of Farming уже все фазы свои он прошел, фазу хайпа, фазу дампа и все остальное. То есть, ну, этот проект уже не первой свежести, и о нем потихонечку стоит забывать. Я не думаю, что как-то ситуация в этом сильно исправится, особо заострять на этом внимание тоже не вижу смысла. Значит, Gnome Mines. О, господи, хотел стрим сделать недолгий, уже полчаса прошло. Так. Gnome Mines, это, значит, аналог Bomb Crypto. Я не буду сейчас открывать сайт, показывать вам там то же самое. Аналог Bomb Crypto, в какой-то степени даже аналог Luna Rush. Проект неплохой, опять же, если вы интересуетесь этим проектом, у меня есть бот, не у меня, вернее, есть человек, который создает бота, пишите в личку, я даю контакт этого человека, можете этого бота у него приобрести. По Gnome Mines, сейчас точка входа, я бы не сказал, что супер хорошая, но те ребята, кто зашли там 3-4 недели назад, у вас все супер, сидите дальше, сидите до талого, я думаю, вы окупитесь и уже, ну, тут то же самое будет, все те же фазы развития, как в Bomb Crypto, только, скорее всего, они будут, вернее, не будут, они должны были быть более удлиненные, потому что все-таки проект некоторые проблемы и ошибки Bomb Crypto исправил в токеномике. Если, опять же, будете углубляться, то увидите их. Но то, что сейчас медвежка, это все вот планы этого проекта может нарушить. И по факту фаза, все фазы, да, пройденные Bomb Crypto, будут примерно такие же и в этом проекте. В общем, скажу так. Я в этот проект сейчас бы не заходил, скорее всего. А те, кто зашли уже, то сидите, радуйтесь. Скорее всего, вы отобьетесь и заработаете что-то сверху. Читаю ваши вопросы в чате. О проекте так уже сказал. Ребята, о проекте так. Смотрите, вот то, что здесь я полайкал, да, я вот лайкал здесь, я специально отмечал, я об этом уже сказал. Я сказал уже... По Пикастерам я сказал, по Титан Хантер сказал, Титан Хантерс, DeepMind нет, Титан Хантерс, ну вот, вот это вот все я уже рассказал. Так, что еще? Fishing Land, Титан Хантерс, Титан Хантерс. Сразу скажу, V-Orgs на Солане я бы не заходил, вообще даже открывать смысла не имеет этот проект, потому что все на Солане это 99% скам, и тут ты не угадаешь.
в нормальный проект ты заходишь или проект, который тебя заскамит. С учетом ситуации на рынке, ребят, вообще важно понимать, что люди, они становятся очень жадные, очень дикие, когда они теряют свои деньги, они пытаются любыми способами их вернуть. Поэтому сейчас очень может быть много скама. Очень много скама может быть. И не кидайтесь прямо на все, что вы видите. Подумайте трижды, четырежды перед тем, как инвестировать свои деньги куда-то. Вот особенно там, где есть какое-то доверие, какие-то обещания, все это пересмотрите, не знаю, переспите с этой мыслью и на утро на холодную голову уже принимайте решение. Значит, Fishing Lens, тоже, в принципе, можно открыть его здесь, но давайте побыстрее уже. Это игра на ваксе, задумка неплохая, но там ужасный маркетинг, ужасный маркетинг. Если с маркетингом они как-то справятся, опять же, потратят время, деньги и все остальное, на это, может быть, что-то у них получится, но посмотрите, пожалуйста. За 24 часа $28, но это ни о чем. Так, игры, которые только появляются, они не должны показывать такие результаты. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что разработчики заранее не позаботились о маркетинге. А если они заранее не сделали такую банальную вещь, как маркетинг, то, скорее всего, это какие-то любительские разработчики. А любительские разработчики, скорее всего, не смогут сделать суперкачественный проект, особенно на медвежьем рынке. Делайте выводы сами. Я бы следил за этим проектом. Мне нравится задумка, мне нравится идея, мне нравится визуальная часть этой игры. Но сейчас заходить с точки зрения заработка — это просто безумие, безумие какое-то. Поэтому просто следите, возможно, в будущем ситуация будет меняться. Если она будет меняться, то я готов буду переобуться и сказать, что из этого проекта может что-то выйти. Я еще много раз говорил, ребят, если я говорю, что я не зайду в этот проект, это не значит, что я в него никогда не зайду. Если ситуация будет исправляться, я увижу, что здесь можно будет заработать, я приду, заработаю и уйду. Вот что я сделаю. Это не значит, что если я сказал, что не зайду, все. Никогда в своей жизни, даже если этот проект будет приносить $1 миллион, я в него заходить не буду. Нет, такого не будет. Фух, так, на чем мы остановились? Так. Fishing Lens, я пометил, где он у нас? Пометил, Titan Hunters. Titan Hunters. Вот вспомнить бы, что такое Titan Hunters. Давайте смотреть. А, блин, господи, что ж я забываю? Это все, что я уже посмотрел. Это, рассказал про него уже. Так, Ротгар Кейн, загугли. Блин, вот, ребят, кто знает, как убрать? Вот почему у меня стал Яндекс здесь? NFT. Давайте загуглим. Что-то я смотрел. А, ну все, смотрите, ребят, игра на тон. Игра на тон, во-первых, заходим, здесь даже язык не нужно менять, уже язык русский. И если вы проанализируете ситуацию, вы увидите, что все игры, которые выходят на тон, все NFT, которые выходят на тон, они 90% от русскоязычного комьюнити, от русских каких-то разработчиков, от русских ноунеймов. И я призываю вас быть очень осторожным с тоном. С тоном нужно быть максимально осторожным. Мы не знаем, что это такое. Это может быть лютая скамина. Вот просто лютая скамина, которая заберет все ваши деньги, а может быть супергем. Вот. Я бы сейчас, я не знаю, вот все те, кто мне пишет по поводу тона, куча вариантов мне предлагали сотрудничество, там деньги предлагали за обзор. Я от всего сейчас отказываюсь, пока я не увижу серьезных разработчиков на рынке, которые будут работать с тоном, я сюда даже не полезу. Я ни в один проект не залезу на тоне, какой бы здесь красивый он ни был, что бы в white paper здесь мне не написали, какая бы крутая там MMORPG, RPG, даже если вот чистую игру под меня сделают, там посмотрят все мои стримы и услышат, что я говорю, какие игры мне нравятся, если они сделают такую же игру, я не буду заходить, если она будет на тоне. Только какие-то проверенные разработчики, тогда я посмотрю в сторону тона и буду уже думать, что с ним и как. Опять же, очень сложно здесь что-то анализировать, потому что мы не знакомы с этим блокчейном. Мы не знаем, как он будет развиваться. Кто не знает, что такое тон, это от Телеграма обещают там вот тон коин сделать. В общем, очень такое, знаете, скажем, скользкая ситуация. Вот со всем этим тоном я бы особо на нее внимание сейчас не обращал свое. Сконцентрируйтесь на чем-нибудь другом. Мини-рояль обсуждать не буду, ребят, ну это уже много раз говорил на стримах, как бы Fishing Lens рассказал, Мининка рассказал. Так, Planet Quest, вот это я даже не знаю, что такое.
Planet Quest. Planet Quest. А, вот оно, что-то у меня есть здесь. Открывается. Что-то смотрел. Сейчас глянем, что это. Так, а сколько вообще человек смотрит-то? Я не знаю. 176. А что у вас так много, ребят? Этот рынок падает. Вы что здесь делаете все? Идите закрывайте спотовые позиции свои, не знаю, фьючерсы. Господи, вот честно, вот высветилось, что я смотрел его, но вот по памяти даже не вспомню. Немного сейчас могу сказать про него, потому что честно даже не вспоминаю. Я, видимо, если смотрел его, то давно. Кто-то, наверное, мне в личку писал, я посмотрел. Ребят, кто написал, вот, Алекс Фан, я извиняюсь, я ничего сейчас про него не скажу, это нужно читать white paper, смотреть, что здесь есть, потому что по памяти просто не припомню, что это за проект. Реально не припомню. Вот мне интересно, что здесь в 3D будет. Можно ли будет здесь покрутить планетку? Давай сделаем так, Алекс Фан, напиши мне на днях. Я посмотрю, скажу тебе свое мнение. Но вот это вот мне нравится. Вот это, все вот это вот крутить, вертеть, вот так мне нравится. Смотрите, приближать можно. Жалко здесь не как в Еве, что вот прям близко нельзя приблизить и сильно отдалить. А так визуально мне нравится, но я не помню, что это. Реально не могу вспомнить, что это такое. Алекс Фан, напиши потом в личку, я посмотрю, более тщательно расскажу, что ты думаешь. Вакспанк. Вакспанкс. Ну, я все, что на ВАКСе есть, я все пересмотрел. Это какой-то, я не знаю, что это какой-то скам, скорее всего. Это кто-то коллекцию свою создал, наверное, назвал Вакспанкс и все. Вакспанкс. Ну, такого игр я таких не видел. Это какой-то скам, 100%. Что это? Ну да, собственно. Как вам объем продаж за все время, ребят? $291 за все время. Да это, ну, это какая-то скамина, я не знаю. Я бы сюда вообще не лез. Кто-то решил просто свое сделать. Сайт какой-то замутил, наверное, и сделал. Но я не видел такого. Возможно, я ошибаюсь, ребят. Я прошу прощения, если там какой-то русский разработчик смотрит меня, но я реально... Просто все проекты, там, которые стоят внимания, я рассмотрел уже, и я удивился, что у этого Vaxpunk с объемом продаж за 24 часа в $4 и с общим объемом продаж 291. Ну, возможно, конечно, только развивается проект, да, мы не будем его ругать, что здесь ужасный маркетинг, и о нем еще никто не знает. Тут как бы не буду комментировать, короче. Valken, Dog Kingdom. Все это Move to Earn игры, ребят. Аналог Степина. Все, что сейчас Move to Earn, пропускаем. Вот сейчас вообще сюда заходить ни в коем случае нельзя, особенно в ноунеймы. В ноунеймы, не поддерживающие там какие-то, у которых нет в партнерстве супер крутых каких-то бирж, там, я не знаю, мега крутых фондов. Мы все это пропускаем сейчас. Сейчас не та фаза рынка для того, чтобы заходить в такие игры. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, кто еще это не сделал. Я буду вам очень благодарен. Mining Network рассказал. Метабомб 5 минут назад. Ребят, давайте то, что вот вы мне писали, когда я скинул, чтобы не отнимать. Titan Hunters рассказал, Маник это рассказал. Lazy Socer. Вот это вот я не знаю. Trace это типа мне писали ребята. О, господи, сколько мне они писали. Типа води машину и зарабатывай. Тоже аналог Move to Earn, только тут не энергию тратить, а бензин. Вот. Но не знаю. Как-то так комментировать. Move to Earn я пока пропускаю. Вот Lazy Socer. Давайте посмотрим. Потому что по памяти что-то не вспоминаю. Так. Но это нет. Это нет. Это нет. Сразу нет, нет, нет. Сюда мы не заходим, ребят. Не заходим. Здесь вы денег не заработаете. Как бы вы ни хотели. Не заработать. Вот. Даже если вам еще нужно объяснить, почему, и вы не увидели, что там нужно за Солану что-то покупать, то посмотрите. Посмотрите. Так, в принципе, вроде как. DeepMind на ВАКСе. DeepMind на ВАКСе. Давайте вспомним, что это. Это
Это ж, по-моему, если я не ошибаюсь, очень старый проект. Да. Он еще во времена, там, я не знаю, ФВ был. Не, ну, то, что он там выбрал, выиграл что-то, это круто. Но мы здесь собрались, чтобы обсудить, где мы можем заработать. А здесь уже нужно было заработать, и уже нужно было потихонечку забыть про этот проект, вспоминать про него как про что-то хорошее, что принесло деньги. Ну, нет. Нет, конечно, нет, ребят. Здорово, что, да, такие проекты есть, которые собирают 3 миллиона долларов, дают деньги, но, ну, не в такой же фазе заходить в них, правильно? Я не думаю, что это имеет смысл. Так, давайте посмотрим... Привет, Гео, какую будет твердую игру можно зайти с вложениями плюс-минус 100 долларов? Да сейчас можно... Блин, вот сейчас, ребят, я бы ждал сейчас окончания того, что будет с рынком. Но вы же понимаете, что вы зайдете, а на следующий день, уже на следующий день, я не говорю, уже раньше мы говорили про недели, что нужно подождать там полторы недели, две недели, чтобы что-то узнать. Сейчас уже за один день может что-то поменяться, поэтому... Оставьте, придержите эти 100 долларов, придержите, если будет какая-то игра, в которую стоит зайти, ребят, поверьте, я вам скажу, сейчас на рынке, скажем так, на рынке NFT и Play to Earn проектов затишье, и оно будет продолжаться определенный промежуток времени, пока мы не опустимся на дно, не отскочим, потом снова не опустимся на дно, не будет консолидации, вот все это время будет очень такие... Будет вата, вот вата, я не знаю, как по-другому объяснить и обозвать. Будет все очень ватно, медленно развиваться, посредственно. И очень редко будет что-то хорошее стрелять. Сейчас концентрация всех на биткоине, на эфире, на ситуации по рынкам. Кто-то пишет, что USDT сейчас будет скамиться. Вот сейчас внимание людей приковано к этому. И крипта больше вызывает негативное какое-то... к себе отношения, да, и, соответственно, игры на крипте, соответственно, тоже будет ко всему этому приводить. У нас есть проверенные проекты, которые мы можем сидеть и играть. Это Erosium, Gods Uncharted, Splinterlands. Эти проекты, они будут жить, даже на медвежке будут приносить меньше дохода, но будут его приносить и не заскамятся. Если вам нужна какая-то игра, пожалуйста. Если вы хотите более красивый геймплей, пожалуйста, ни на куни заходите. Вот как раз здесь человечек писал, ни на куни заходите, играйте. Без проблем. Все здорово, очень красивая игра, с сюжетом, с роликами красивыми, там все мега-супер круто. Сидите, играйте, какую-то копеечку сможете заработать. Но сейчас вот фарм-проекты, я не думаю, что будут какие-то качественные выходить. Им сейчас нужно очень сильно, понимаете, на бычьем рынке аудитория по принципу сарафанного радио передает информацию друг другу, где можно заработать. На медвежке все это дело приходится... взвалить на свои плечи, на плечи разработчиков, и им нужно потратить вдвое больше времени и денег на маркетинг. И, соответственно, это больше, вдвое больше затрат. А на медвежьем рынке выхлопа будет намного меньше. Понимаете, в чем ситуация? И разработчики, конечно же, сейчас, если у них были какие-то планы, если они хотели выпускать какие-то игры, скорее всего, все это дело они перенесут на попозже. На попозже. Дальше. Значит, ситуация по поводу... ребята мне писали... Что нам делать с ваксом? Стоит ли нам держать? Стоит ли нам его продавать и так далее? Значит, по поводу вакса, ребят, ситуация действительно очень такая, не очень приятная, скажем так. Да, у нас вакс очень низко опустился, но мы все понимаем, что сейчас в какой фазе рынка мы находимся. Значит, если получится, если все получится, то я попробую позвать... на свой канал в гости Ридвана. Кто не знает Ридвана, я не знаю вообще, стоит ли рассказывать, кто такой Ридван. Это человек, у которого очень хороший технический анализ. Вы могли его видеть на канале Слезы Сатоши, на канале у Юры Франциско, на канале, по-моему, у Руслана Биржевого Монарха могли видеть его. То есть там вот в закрытом сообществе мы с ним бывает общаемся. И я попробую его позвать, чтобы он как-то дал анализ именно игровых NFT токенов. Вот, допустим, он сказал бы с технической точки зрения, стоит ли нам сейчас держать вакс, есть ли у него вообще потенциал для роста, или его, может быть, можно уже сейчас сливать, и дальше он только вниз пойдет, либо же там будет какая-то консолидация, либо не будет глобального хайпа, он поднимется только там до 30 центов. То есть спросить его по ваксу, допустим, там по каким-то самым распространенным, важным игровым токенам,
Если он согласится, будет очень здорово. Я его очень попрошу. Постараюсь это все дело организовать. Вы сами понимаете, что сейчас у него много работы. И рынок, и стримы у него, и все такое. Кстати, у него сейчас стрим идет. Я сейчас тоже к нему пойду, посмотрю, что он там вещает. Вот. И уже оттуда мы будем плясать. То есть, чтобы человек с очень хорошим, грамотным, профессиональным техническим анализом дал нам свой вердикт, что нам нужно ждать по ВАКСу. Потому что я, к сожалению, в торговле еще не настолько компетентен, чтобы давать вам какие-то прогнозы. Я могу вам дать какие-то прогнозы по поводу NFT-сферы, а брать на себя ответственность и говорить что-то про торговлю, ну, у меня язык не повернется, я не буду говорить про то, в чем плохо разбираюсь, в отличие от каких-то других блогеров. Вот так вот, ребят. Я думаю, что давайте я почитаю, что вы здесь пишете, и будем потихонечку на этом закругляться. Я хотел сделать не длинный стрим, быстренько все ужато, но все равно получилось почти час. Почти час не получается у меня быстро все рассказать, к сожалению. Гео, шаришь за Нина Куни, Play to Earth, как оценишь, если да. Ребят, вот я ж только что, у нас... Кто только присоединился и не знает, что мы сейчас делали. Значит, в сообществе, у меня вот здесь вот вкладочка сообщества, вы мне писали проекты, мнения о которых вы хотите узнать. Titan Hunter, я не знаю, что вы еще писали здесь. Era 7, там, я не знаю, Picaster, так, да, тот же Нина Куни, Lucky Drives, Avigoche, Миллион он Марс. Вот я просто под списку шел и о каждом проекте давал свое мнение и показывал и рассказывал, что я думаю. Зайдите во вкладочку сообщества сейчас, вот где стоит мое сердечко, где мне понравилось, вот понравилось автору. На эти проекты я дал ответ в этом стриме. То есть вы можете посмотреть стрим, зайти сюда посмотреть. Опа, Гео рассказал про Titan Hunters, потому что здесь он поставил сердечко свое. Значит, вы можете посмотреть стрим и услышать мое мнение по этому проекту. И так про все остальные. Поэтому эти вопросы... не задавайте. Скинь ссылку на паренька по теханализу. Введи в ютубе Ridwan Genesis. Ridwan Genesis. Введи вот так вот. Вот он. У него сейчас стрим идет. Вот он. Вот. Если кто-то придет к нему на стрим, передайте привет от меня. Тут сейчас Артем рассказывает про ончейн метрики. Можете посмотреть. Вот лайк поставьте обязательно. Вот. Так. Gods Uncharted сказал. Ребят, Gods Uncharted сказал. Посмотрите. Собственно, все. Про Вакс сказал. Посмотрите обязательно начало стрима. Тоже сказал там некоторые важные вещи. Я надеюсь, что у вас с депозитами все в порядке. И на этом рынке вы не потеряли все свои деньги. Надеюсь, что еще и заработаете. Скажу небольшой анонс, что я жду от тебя. Я жду, что... Все это дело опустится еще ниже. Будет отскок до 30 тысяч долларов по биткоину примерно. А потом мы опустимся к значениям где-то 17-15 тысяч долларов. Вот такие у меня ожидания. И во все это время сфера NFT будет показывать себя очень посредственно. Только во время отскока, возможно, будут какие-то проекты. И то они будут в краткосрок. Мы, опять же, не сможем заходить на все фазы развития проекта. Нам придется спекулятивно туда заходить, продавать NFT, выходить, потом снова покупать и так далее. В общем, об этом все я буду рассказывать. Рассказываю об этом также в своем телеграм-канале. Сейчас я не очень много постов туда скидываю, потому что сейчас очень много работы. Я пытаюсь собрать все мысли в кучу и понять, куда сейчас лучше направить свой капитал, как его развивать, что делать со сферой NFT, как в ней найти кейсы для того, чтобы вам рассказать, потому что, к сожалению, я не могу обо всем рассказывать, что знаю, что не знаю, там и так далее. Я думаю, каждый из вас это все понимает. Есть какая-то информация инсайдерская, какая-то не инсайдерская и так далее. В общем, все вот это вот я над всем этим работаю и постараюсь скомпоновать. И, конечно, скоро будут видео на канале, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, подписывайтесь на телеграм-канал. Вам всем здоровья, хорошей продуктивной недели и желаю, чтобы ваши деньги не терялись, а только приумножались. Все, всех обнял, всем пока.